Вау, спонсор этого ролика, иди на мой сраный твич, ты сраный говнюк, и смотри мои сраные стримы. А ссылочка в описании. Он, она, они. Он, короче, фиксирует одну кнопку, нарисовать через планшет нельзя. Жалко мне, жалко. У меня есть непрочитанное сообщение. Есть заказ, меня зовут Лора, я слышал, что у вас огромный талант, пожалуйста, нарисуй для меня следующее, океан. В очень абстрактном стиле, но только так и выйдет. Мне бы хотелось увидеть его на большом холсте. Я не заплачу вам, потому что я виртуальный клиент виртуальной симуляции, однако будьте уверены, в любом другой ситуации я бы обязательно вас вознаградила. Ты можешь даже смешать цвета. Можно как-то поудобнее поставить это все? Чего вот эта херня делает? А, окей, я понял. Она, ты рисуешь маслом по системе акварели. Нормально. У нас неоновый океан будет, почему нет? Чё, что тебе нужно, дорогой? Это немного воображения. Может, этот тюбик не надо? Какой тюбик мне надо было? О, он зарядился. О. Даже потеки есть. Ну, блин, если она скажет, что это недостаточно абстрактно, то я не знаю. Я решил, что мы избавимся от фиолетового цвета. Это океан, если бы он был человеком, я нарисую. Но я хотел океанические какие-то вещи нарисовать, а она не покрасилась. Сук! Там, главное, остались следы прошлого слоя краски, это прикольно. Чувствую, что вы сидите и осуждаете мое творчество сейчас. Скажите, вот, блин, человек рисует, хер знает что. Я пытаюсь использовать негативное пространство в прикольном стиле. Это такой грустный, немного грустный океан. С месседжем картина. Я почти Йоко Оно, понимаете? Надо, чтобы мусор был видно. Кто его загрязняет? Люди, понимаете? Всегда во всем люди виноваты. А коричневый тут есть? Ладно, сейчас сделаем. Как будто на метле летел. Ну, откуда мы знаем? Мое дело нарисовать, ваше дело что-то увидеть там. Не, вот писать неудобно в этой игре. Тут прям глубина есть. Да? Прям чувствуешь глубину. Типа есть передний план, задний план. Не, ну круто получилось, мне нравится. Я надеюсь, клиент будет доволен. Окей, она ее оценила? Она так быстро оценила? Нельзя так быстро оценить искусство, понимаете? Если ей не понравилось, то это лишь причина того, что она не дала времени сесть. Ваш талант льется из картин, я серьезно, везде уже разбрызгано. Ням. Окей, здорово. Окей. Меня зовут Дианей? Итак, мне нужна от вас картина. Хочу, чтобы вы изобразили импульс. Что-нибудь волнистое. Это на маленьком холсте. Окей, на маленьком холсте. Ну, давайте, чтобы он совсем не думал, что я поленился рисовать ему что-то хуйню. И давайте авторское сообщение оставим. Я надеюсь, ему понравится. Вау! Мне уже нравится сообщение. Мне так скучно, вы просто обязаны мне что-нибудь нарисовать. Будьте так добры, нарисуйте мне скучающего слона. Большой холст, маленький холст, неважно. Я возьму за это. А мне кто-нибудь деньги-то начнет платить за это?
вау, я так хорошо чувствую эту волнистость, но я не буду вам платить, потому что это, ну, всего лишь симуляция, ну, вы знаете. Мне никто не собирается платить, что ли? Я что, зря тружусь? Так, этому что нужно скучающего слона нарисовать? Ведь она на стенах тоже остается? В прошлый раз вроде ничего не оставалось. Знаю, думаю, что это как рисунок Роршаха получится. Сам разбирайся, где тут слон. Хочу, чтобы место для хобота было. Надо, чтобы хобот был большой. Хочу уши ему тоже больше нарисовать. Чудо я... нужно как-то ввести, чтобы на слона было больше похоже. Это что-то... Что-то пока что не на слона похоже, мне кажется. Глаза нарисуем сразу, слон получится. Мне всегда хочется что-то написать дополнительно на этой картине, но тут писать очень медленно. Давай знакомиться. Меня зовут Закс. Привет, срака тупая. Я не участвую в этой имитационной художественной программе. Это хакерская атака. Это такое, знаете, типа сообщение по центру картины. Его маленький хобот. Как убрать эту херню? Давай знакомиться. Подожди, она мне еще что-то написала? Блин, вот никак. Баба какая-то пристала теперь. Никак от нее не успокоишься. Блин. А кто вот это все исправлять будет? Мне теперь сидеть самому отмывать, что ли, свои же стены? Вот говно, я на это не подписывался. И вот так вот этой всякой фигни хватает. Я повешу эту картину напротив дивана, чтобы в те моменты, когда я скучаю, я бы просто сидеть и смотреть на нее. Блин, потому что у него самого маленьких хэ. Дорогие... Почему дорогие, срака тупая? В смысле? У нас больше одного, что ли, здесь? Это конец вашей смоделированной тренировочной программы. Можете остаться тут и потратить больше времени, однако виртуальный клиент больше не будет к вам обращаться. Что она еще пишет? Я вот... Я могу помыть свой монитор. Конечно, он тут грязнее стал. А, из-за того, что я выбрал третий пол. Я уже забыл про это. Еще одно разочарование. Жду не дождусь настоящей студии. Им надо... А подожди, там VR какой-то или что вот это? Ой. Им надо в этой игре VR добавить. Вот в VR рисовать было бы реально интересно. Здесь ты не можешь планшетом рисовать, ты ничего прям супер неожиданного не нарисуешь. То есть, не знаю, рисовать мышкой не так прикольно. Но игра интересная. Если они добавят режим типа VR, это будет прикольно.